Здравствуйте. Бывают моменты, когда мы забываем пароль от Gmail. Да. Ну, скачивай. Ну, и так скачано. Если у вас будет обновить, обновляете приложение, нажимаете открыть. Так. Заходим сюда. Нажимаем управление аккаунтом. Кстати, это ваш логин от Gmail, но у вас будет другой. Это мой личный, почта от компании Google. Нажимаем управление аккаунтом Google. Дальше. Свайпим слева направо. Так, безопасность. Так, отпускаемся вниз. Это недавно действие связано с безопасностью аккаунта. Так, нажимаем пароль. Нажимаем «Забыл пароль», так как мы не знаем пароль, да. Так, здесь вы видите последний пароль, здесь у вас другой должен быть. Если точно так выходит, нажимаем другой способ. В цели безопасности нам необходимо убедиться, что это действительно вы. Да, разблокируйте экран, чтобы войти в аккаунт. Подтвердите свой личность, для этого разблокируйте экран. Нажимаем «Продолжить». Заходим через рисунок, либо с отпечатка пальцем. Так, дальше пароль. Выберите надежный пароль и не используйте его для других аккаунтов. Возможно, вы выйдете из аккаунта на некоторые устройства. Так, надежность пароля. Минимальная длина пароля 8 символов. Не используйте пароли от других сайтов или варианты, которые злоумышленники смогут легко подобрать. Придумываем пароль от 8 символов, можно цифры и буквы. Подтверждаем новый пароль. Нажимаем сменить пароль. Так. Все. Пароль изменен. Надежная защита аккаунта. Проверьте важные настройки безопасности. Это займет не больше минут. Нажимаем начать. Обязательно добавьте номер телефона и резервный адрес электронной почты. Это нужно, чтобы при необходимом мы могли сообщить вам о подозрительной активности или убедить, что в аккаунты входите именно вы. Ставим лайк, подписываемся. Теперь мы знаем, какой у нас логин от Gmail и знаем свой пароль, которую придумали. Да, придет оповещение системы безопасности, да. А, кто-то изменил пароль вашего аккаунта, да. Если это был не вы, восстановите доступ к аккаунту. Ставьте лайк, подпишитесь.